Добрый вечер, мистер Герейн. Good evening. Bonsoir. При свечах пируете один, хозяин всего и вся. Ваши пальцы тонкие до слез, под ногтями белая пыльца, и по венам голубой мороз. Вы как призрак без лица. Клаус Кинский вы в роли вампира, Лев Толстой в бегах от себя. Ваши образы — собрание мира, от жертвы до подлеца. Вам, наверное, уже 1000 лет, но вы самый меткий стрелок, и добыча на ваш обед приползает сама без склок. Искрящийся снежок мерцает в сумерках. Здесь никогда никто не помнит, умер как. Не смотрите вы так сквозь прищуренный глаз, джентльмены, бароны и дейзи. Я за 20 минут опьянеть не смогла, а до бокала английского бренди. И вот я проститутка, я фея из бара, я черная моль, я летучая мышь, виной мужчины, это моя атмосфера. Привет иммигрантам, свободный Париж. Мой отец в октябре убежать не успел, а для белых он заделал немало. Срок пришел и холодное слово расстрел прозвучал трибунала. И вот я проститутка, я фея из бара, я черная моль, я летучая мышь, вино и мужчины, это моя атмосфера. Привет, иммигранты, свободный Париж. И вот я проститутка, я фея из бара, я черная моль, я летучая мышь, вино и мужчины, это моя атмосфера.